Смотрел прямой эфир с нашим новым главой региона. Я многое для себя почерпнул, в основном это в области экологии. Я очень рад видеть, что глава региона занимается решением накопившихся экологических проблем. Это является важным шагом в обеспечении устойчивого развития региона. Рада, что был сделан акцент на экологические вопросы. Было видно, как с вниманием и бережным отношением Вячеслав Андреевич относится к данной тематике. Молодежи уделяется огромное значение, ведь мы готовы помогать губернатору, готовы решать различные вопросы и проблемы для того, чтобы регион становился лучше, краше и был одним из самых лучших, самых первых вообще в целом в Российской Федерации. Мне очень импонирует тот момент, что сейчас дан старт в набор команды развития молодежи Самарской области. Мне кажется, это отличная возможность для каждого жителя губернии как бы проявить себя, попробовать себя в развитии региона, предложить какие-то свои интересные проекты, возможно, идеи и мысли, которые впоследствии будут реализованы.